Женька играет, занятый. Что ты, уровень какой-то проходишь? Да, сейчас буду. Во что ты играешь? Верни. Ну да, гонки. Когда-то мы играли в эти гонки. Самые первые гонки в нашей семье. И вот дети мои. Ваня был вот такого возраста, как Женя. И вот играли в такие гонки. Это ж сколько лет уже прошло, а гонки такие еще актуальны на нашем компьютере. Это на ноутбук. Ну, это то же самое. Компьютер есть компьютер. Какая разница? Я тебе квас налила. Квас? Он сейчас немножечко постоит. Я первый. А то холодный, и потом попьешь, хорошо? Да. Женя, я тебя споймала с поличным. Пей глотками. Все. Я не разрешаю пить быстрыми глотками. А что? Пей глотками короткими. Потому что холодный квас. Да нет, такой же не холодный. Ну все, хана нашему квасу. Тут все. Кто первый? Кто первый успел, да, тот отхватил. Кваса скоро не станет. Надо опять бабушке делать, да? А дедушка говорит, зачем ты делаешь квас? Вот. Жене очень нравится. Даже. Ну не торопись. Куда нажать? Куда? Куда нажать? На вот эти стрелочки нажимать. И просто ехать? Да. Так, а подожди, а старт куда? Интер? Интер? Интер нажимаешь? Хочешь погонять на гонке? Я нажимаю интер. И что? Ну, сейчас нажми. Найди вот эти кружки. Женя, установку дай мне, и я поехала. Вот так, все. Все. Тебе стрелочка будет. И куда? Во. По стрелочке ехать. Все. Подожди, это не гонка, это просто, да? Да. Ага. Все, а когда пойду. Будет... Значит, ага, все. Так, на правую сторону надо. Я тебе так, поменяю так, еще. А дальше куда? Я где еще? По стрелочке. Что-то я это, по бордюру, по-моему, еду. Ты да, по стрел... А, что? Я врезалась, решил. Подожди. Да. А, не-не-не-не. Вот туда. Смотри, я еду по бордюру. Я нарушаю правила. И что? Я вообще как пьяная еду. Тут полиции нет в этой игре, не бойся. Да, ну это неправильно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, вписались. Я что, зря так прокатила машину? Опа-опа. Так, все. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О-о-о. Так, обгон, обгон. Куда? Куда? Вот сюда. О, я въехала. Плохо вижу. Может, очки ты денешь? Вот урезаем. Все, короче, все. Я никуда не еду. Ты че это? Ты можешь поехать? Не хочу, хватит. Все. Я... Ты думаешь? Ну, давай на задний ход. Задний. Так, теперь на... Подожди, теперь вперед и направо. Вот так. Да. Оп. Все. Не туда. Опять я не туда, да? Да. Так, мы можем задний ход давать, да? Вот так, задний ход. Да. Поехали назад. Ты пока доедешь до этого, очень много времени пройдет. Ой-ой-ой. Уже две минуты идет. Подожди. О, нет, с меня водитель это вот. Не будет, да? Тебе побыстрее машинку взять. Не надо мне этого, хватит. Ну ты проиграешь за эту машину, она не такая медленная, она медленная. Так, 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 так. Центр города, все, я в городе. А, все, все, я никуда не поеду, все, я приехала. А где остальные? А? Остальные подтягиваются. Вот они. Красавчики. Передумали, да? Вот здесь на травке пасутся. Уже распознали. Уже начинают понимать.
Где травка? Идем, я вам досыплю корма. Водичка есть, доливаем. Ага, ага, бьют. Бьют. Так, сейчас я им буду другую кормушку ставить. Давай, давай, добегай. Добегай. А то поедает тут. Пока нормально для них. Боятся. Пока одна нормальная кормушечка. Но я хочу поставить им и поилку другую, и кормушку другую побольше. Будут в нее залазить лапками своими. Ой, 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 пошли пить. После пить, да. Уже такие большие. Особенно вот эти первые, которые вылупились, постарше, которые 6 утяток. Им уже неделя. Вот. Старшеньким неделю. А этим? Сколько этим? А этим 4 дня, да? Или 3? Ну, в общем, где-то так. Так, гуськи сидят спокойно, смотрите. Сытые и довольные. Не пойду туда, а то сейчас все встанут. Видите, как щебечут. Насытившиеся, сытые и довольные. Только куры там разборками занимаются за углом. Опа. Что случилось? Видите, вскочили гуси. Что произошло? Что там произошло? Что-то произошло? Все там живые? Что случилось? Курятники там кто-то разборками занимается. Ну, бывает, что там кот спрыгнет с крыши или птичка пролетит мимо. И куры могут сполошиться. Ну, и гуськи на это реагируют. Да-да-да-да-да-да. Стоит, отымаешь. Что за штучки? У меня штучки. Вот. Мою. Хочу сделать утяткам маленьким. Хорошо очень. Это были поилочки у гусей и уток. Это вообще универсальные такие точки. Я их использую для маленькой птички. Просто помоем сливанца. А то гуси там кушали, пили-пили, а еда там еще застревала, да. И грязь. Вот такие вот формочки. Симпатичные. Половина круга. Да. А вторая и где? Вторая в ведре. Вся в земле. Сейчас я вот это все помою. И мы утяткам сделаем хорошо, да? Да. Будут купаться в этой воде. И купаться. Да, для них это будет вообще мини-бассейн. Нет, это не мини-бассейн, а большой бассейн для них. А еще второй. Второй вот такой. Да? Да. И что там? Ай, пошли купаться. Посмотрите, пошли купаться. Куда ты залез? Малыш, выпрыгивай давай. Чё ты там ищешь водички, а? Вот лафаем, да? Кормушка тут еще одна. Вот сколько тут.
насыпала им комбикорма. Ну и вторую оставила. Они там уже быстрее поели, чем здесь. Ну вот, зато голодные не будут. Сидят там, будут здесь кушать. Вот, кушают. Смотрите. Ты что, уже искупался? Пищишь. Сейчас заберу у вас эту поилку. Он хлюпается только так. Смотрите, даже не думает вылазить. Один залез и все. Остальных не пускает. А это, видать, самый младшенький пищит. Вот он. Самый последний, который вылупился. Что ты пищишь? Эй! Научился и такой смешной. Ну, пошел следующую купаться, смотрите. А я никак не могу сорвать кабачок. Жду, наверное, когда он вырастет гигантским. Он уже такой тут огромный. Уже его и не пожаришь. Но смогу я его тут... Смогу я его сейчас одной рукой? Наверное, нет, да? Смогу, если вот так его прокручивать. Вот. Давай, 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 давай. Ну, 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 ну. О, он какой. Он какой. Огромный. Уже только на икру. Буду икру делать с кабачков. Вот тут есть помоложе. Вот кабачочек. Сорву, пока он не вырос. Гигантский. Этот пожарить можно. Буду жарить. Гуськи орут. Хотят гулять. Хотят на травку. Ой, а здесь смотрите, какой маленький кабачочек. Вот так. Да, намного пустоцвета. Очень много. Один пустоцвет вначале пошел. И только сейчас начал появляться вот... Еще вот молоденький кабачочек вот здесь. Вот молоденький кабачочек. Ну, это мало. Куст уже такой большой. Ну, здесь где-то был. Вот он, кабачок. Ну, что, сорву. Вот будет два кабачка. Вот они. Вот эти два пожарю, а с этого икру сделаю. И что вы тут буяните, а, малыши? Занесла утяток в дом. Уже ночь. На улице они у меня не спят. Вот такие вот малыши-карандаши. Подсветку не включаю, чтоб им не светило в глазки. А я коробочку закрываю. Вот так вот закрываю, получается. Опа, сейчас напугаю. В общем, прикрываю вверх коробочки. Ну все, все, не пугайтесь, малыши. Выключаю свет, и они спят. Все, лампочка уже не горит у нас тут. В летнее время я им лампочку не включаю. А весной включала, когда у меня были малыши, мускусные утята. И то... На ночь я включала первые дни, а потом я уже выключала лампочку. А днем горела лампочка, да, чтобы утяткам было тепло. Вот. Смотрела яйца под уткой, друзья.
и два утенка, которых я ожидала от уточки, да, в которых уже был большой зародыш, уже с этих яиц утята не вылупится. Одно яйцо я нашла в утятнике на земле. То есть утка его сама вытащила. Там уже был замерший зародыш, но она вот умное дело, правильное сделала. Вытащила это яйцо за пределы гнезда. И когда уточка вылезла из гнезда покушать, водички попить, я в это время была рядом и заглянула к ней в гнездо. Ну, это яйцо лежало прямо на видном месте, темненькое яичко. Я думаю, просвечу, посмотрю его, это яйцо. Там, где был большой утенок уже. Вот. Я это яйцо просветила, ничего там я такого не нашла, опять же. И решила его расколупать и посмотреть, что там. Ну, как и ожидалось, ничего там хорошего не было. В общем, я выкинула это яйцо. Я говорю о яйцах, друзья, из которых должны были вылупиться утята. То есть, получается, вот эти вот утятки вылупились, да, под уточкой, и оставалось под ней 4 яйца. 20 яиц лежало под уткой. 16 утят вылупилось. 4 яйца осталось. Я их просветила. 2 яйца я выбросила сразу, а 2 яйца я подложила обратно под уточку. Мне показалось, что там, ну, двигаются зародыши. И, короче, вот об этих яйцах я вам и говорю. Уже утята с них не вылупится. Зря я подложила под утку эти яйца. Надо было их сразу все-таки мне посмотреть, немножко расколупать и глянуть, живой там зародыш или нет. Но там я видела шевеление. Слабенькие шевеления я видела. Ой, видели бы вы, как я тут сейчас сижу. На коленях. На коленях рядом с коробочкой. Утятки растут, уже такие большие. Объявление пишу один раз только. Спросили, написали, спросили. А нет, не один раз, два раза. И то один раз серьезный человек. Это был второй даже человек, который меня спросил за уточек. А первый, такое ощущение, что игрался ребенок. Потому что такие вопросы задавал. Странные прямо. И такое ощущение, что нечем человеку заняться. Только сидеть вот так, переписываться. Спросили инкубатор. Я пишу утка, раз такое дело. Ну, имеется в виду инкубаторские утята или под уткой вылупились. Утка. Одна утка. То есть, понимаете, одна утка. Нет, 10 уток. Я уже пишу вам, что больше делать нечего. Только сидеть вот и играться, переписываться. Ну, в общем, иногда поступают вот такие вот не столько звонки, сколько переписки. Вот, через интернет, да. И пишут вот чисто вот от нечего делать. И мне кажется, что это дети играются. То есть берут телефон родителей, которые находятся в группе по сельскому хозяйству, понимаете? Ну, в группе, относящейся к сельскому хозяйству. Там, где мы ведем переписку, продаем, покупаем не только птицу, но и все, что относится к сельскому хозяйству. Вот, дети берут телефон и начинают писать направо и налево, всем и вся, понимаете? Вот. Таких людей даже блокируют администраторы группы. Вот, потому что видела не раз, когда просили вернуть обратно их в группу. Некоторые подписавшиеся, которых отчисляют. Вот, которых блокируют в группе. Потому что, видать, нарушают права. Нарушает правила в группе. Вот. А это кто делает? Делают без ихнего ведома детки, конфетки. Вот так. Так что вот так.
Детки иногда нам устраивают сюрпризы. Так, ну вот, что я говорила. Значит, под уткой уже мы не будем ожидать утят тогда, которая мне лупила вот этих вот всех малышей, но не всех. 7 утяток здесь вылуплены под уточкой, которая у меня с левой стороны сидит в утятнике. Вот. Еще ожидаю 8-го утенка, но пока здесь глухо, как в танке. Тишина. Тишина. В общем, ну вот, у меня 23 утенка на данный момент. Как было, так и осталось. Вот такие малыши, карандаши. Всем спокойной ночи, друзья. Всем хорошего настроения, сладких снов. Кто собирается ложиться спать, а кто собирается идти на работу, хорошего вам дня. Всем спасибо за просмотр. С вами была Наталья. Пока-пока.